have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки, с вами Оладушки, мы в Тапсе, тут творится всякое полнейшее, и решение на прошлую, к прохождению прошлой серии оказалось очень легким, сейчас я вам покажу. Heavy Hitters, глава называлась, я ее случайно прошел, но я вам сейчас покажу, как это все произошло. Вот эти те самые треклятые Зевсы. Почему самые простые решения не приходят вовремя, я даже не знаю. Мы же не ограничены каменным веком. То есть мы все это время выстраивали армию исключительно из каменного века. Но ведь мы же можем переключиться на любую эпоху. Вот. И прошел я... исключительно лучниками. Не факт, что прямо сейчас получится. О, король дошел. Ну, собственно, да, вот так вот мы и проходим. Даже сейчас получилось, хотя я их неудачно расставил. В прошлый раз у меня даже, собственно, Зевсы не успели повыстреливать, потому что их лучники убили быстрее. Да. Короля затыкали вообще со всех возможных сторон. Ну что ж, поехали дальше. Все, это я уже не старался... Ох, блин, уже не старался проходить, но мне кажется, тут будет точно такой же ответ. Попробуем. У них радиус выстрела, по идее, больше, чем у Зевсов. Ну да. Все. Это было достаточно легко. Да, Зевсы очень крутые ребята, но у них средняя дальность атаки, поэтому... Блин, а по-моему, на этой карте где-то... Спасибо, что рассказали, как получать тайных персонажей. Теперь осталось их найти. Это уже другое дело. Я, наверное, за кадром немножечко побегаю, посмотрю те карты, в которых мы уже были. И постараюсь там... Ой, что оно фиолетовое-то? Постараюсь там поискать персонажей, которых мы пропустили. На самом деле, это все так детально проработано, прикольно. Ну, это сделано, скорее всего, чтобы можно было каким-то бойцом от первого лица ходить и все это рассматривать. Кстати, тоже хороший вариант. Ого. Ладно, поехали дальше. Я надеюсь, мы сегодня вторую главу-то пройдем. Ух ты ж, ё... Этот Кинг Де Бирден. Кого я за 1500 могу против тебя поставить? Знаете что? Мне вот сейчас вот это вот кажется не таким уж плохим вариантом. Не идите туда. Он упал. Промазал. Да-да-да. Блин. Ну, ладно, это было близко. Давайте еще раз, но может быть в эту сторону он. Ну блин, ну не идите вы к нему. Он падать не хочет. For the moon. Да. В смысле нет. Я не знаю, что с ним делать. Сейчас посмотрим. Зевс. Он 2000 стоит.
У нас 1500, 1500 на короля, это вообще ни о чем. Ярлом? Ой, давайте ярла. Да. Ну, что-то ярл вообще не хочет бить. Капитан? Нет, ему по хребтяке досталось. Король застрял. Мы выиграли очень читерским способом. Не знаю, как это было, но ладно, я доволен результатом. А, да? Можно, чтобы ты не утонул сразу? Блин, как там вселяться в человека? Погоди. Сейчас, ребят, я что-то... Секунду, ребят, минуточку. Все, я вспомнил на F. Не падай! Так, как мне теперь успеть в него вселиться? До того, как он... Ну давайте, давайте, ребят, падайте. Одного убил. Ай. Фух, затащил. Вообще у меня план был, чтобы они упали нафиг в воду, но они, блин, умные, они решили обойти. Lone Ranger, кстати, неплохо. Мамонты. 100-500 мамонтов. Посмотрим, как это сработает. Главное, чтобы они не зачарджились. Блин. Нет, понятно, что это не сработало. Я не успеваю нанести столько урона, чтобы сразу 5 мамонтов. Ну, короче, чтобы... Давайте хардебирденов поставим. Только надо было их, наверное, разделить. Что их сейчас зачарджат мамонты? Ну ладно. Они вроде выдержат чардж. Все, мамонты пошли на мясную заготовку. Они, правда, друг друга бьют, но вот этот вот кадр был неплох. Посвящаю тебя! Да? Не, ну а чё бы и нет?
Блин. Adventure. Это если что, ачивки вылазят. Укол. Вот все, ребят, все, официально можете говорить, что эти уколы эти убивают, они просто вредны для здоровья. Смотрите, целый мамонт умер от одного укола. Вот эта картина, конечно. Все, круто. Эту кампанию мы прошли с вами. Вторая это была кампания, да, получается? Да, наконец-то. Третья кампания. Поехали. Ух, и кто вы такие? Я вас не звал. Так, хедбаттеры. Ой, морозные лучники. 3900. 3900 это вообще копейки, ёлки-палки. Да. Хедбаттеров они убивают хорошо, но потом прилетают вот эти ребята, и все становится плохо. Я вас понял. Нет, ну можно, конечно, так. И кого, например? И вот так. Ну, как бы да, это вариант. Змеи отвлекают, Зевс приходит и все добивает. Также, учитывая, что змей здесь является отдельным юнитом. Ты, чувак, профлексил сейчас, да? Так. Что мы можем сделать? Мы можем... Ну, давайте попробуем. Ну, то есть... Вот реально, что нам мешает? Стой. Ты... А куда вы пошли? Я, конечно, понимаю, что... Уа! Ну куда вы пошли? Неужели слон со всеми справится? А, вот он. Вот этот убогий. Сейчас за тобой придут, чувак, смотри. Ну и все. Да, лучник у меня просто как наблюдатель был. Слон всех затащил, неплохо. Одна из самых лучших инвестиций. Так, у нас хиллеры, рыцарь, барды. Ну, давайте попробуем нашу классическую схему. Блин, их не так много. Ну, сейчас посмотрим. Он еще со щитом, кстати. Вот то, что он со щитом, меня вообще не радует. Потому что по нему урон не проходит. Ну да, понятно. Он щитом прикрывается от всего, что там приходит. А давайте тогда... Давайте... А у нас их не так много получится.
Но у нас боевой юнит только один, получается, вот этот вот. Это его замедляет, и он падает. А, нет, он не один! Это не один боевой юнит! Ребят, кидайте. Нет! Он дошел и упал! Чувак поскользнулся. Пока на него мечом замахивались, он поскользнулся, упал. Погодите, мы что, рыцаря, что ли, убили? А, не, вон они его до сих пор лечат. На самом деле было весело. Так, ладно. У нас 1800. Что за чувак? Не знаю, я ковбоев вообще еще ни разу не видел. Кактус? Ну, давайте посмотрим. У нас есть Quick Draw и кактус. Вообще первый раз таких юнитов вижу. Блин. Ясно. Нет, со щитом надо что-то делать. Серьезно. Метатель динамита? Вы что, дебилы, по себе кидаете? Вообще отбитые. И подходят и начинают. Они подходят и начинают просто по себе кидать. Так, ладно. Первые вот эти ребята, допустим, меня устраивают. Сейчас посмотрим, как это все будет. Давайте хотя бы посмотрим, как они так пойдут. Зачем вы... Пошел в космос, блин. Они себе под ноги кидают. Они себе под ноги кидают. Давайте одного такого. Ганслингер. Бах! Ой, это, кстати, неплохо. Могло бы быть. Если бы им больше отвлекали внимание. Но они, блин, дорогие ребята. Так, хорошо, ганслингер, это, кстати, интересно. Peasant. Ай, слон. Что за божественный арбитр? Что ты делаешь, чувак? Ты же не хиллер, я надеюсь. Кстати, неплохо! Бах! Так, стоп, божественный арбитр годится. Он, по крайней мере, убивает этого чувака сразу. Теперь... И на 120, кого еще могу поставить? 140 стоит. Сквайра могу поставить. Неплохо. Неплохо, по-моему, мы затаскиваем, мне кажется. То есть их сбить с толку? Вот этого чувака гаси, вот этого, давай. Сейчас, взрыв! Фух.
Есть, да, это была правильная стратегия. Ёлки-палки, как же я сейчас перенервничал. Хорошо. Меня вполне устраивает. Так, здесь, в принципе, ничего такого. Я думаю, что мы даже вот так можем сделать. Они сейчас немножечко стянутся, соберутся. Мы их жахнем. Обязательно жахнем. То есть вот щитовики уехали. Они просто не получают время для удара. Там что, Чифтон вышел из этого? Ну и все, да, тут это все было просто. Вороны. Против ворон, я думаю, мы вот так сделаем. Мало, конечно, блин, мало. Мало, надо... Ай, вот это не справится. А чё сто... Вон, застыл чувак. Всё? У ворон так мало жизни? Косари. Ну и хоббиты, да. И опять мы занимаемся истреблением хоббитов, да? Неплохо. Гасите косарей! Ребята! Куда стрела только что улетела? Сейчас, если три хоббита зарешают, это будет прям... Да ну, два хоббита, убейте их уже. Наверное, так же Саурон кричал, да? Ну, два хоббита, убейте их уже. Все, наконец-то. Чертовы рыцари. Да, 500. Где у нас там был этот чел, как его звали? Погодите. Хрономансер, блин, неплохо. Вот этот божественный... Кто это такое? Они ваншотят вроде, да? Вот этих ребят. Ну и все. Че за амазонка с бумерангами, блин? Hey, Angels. Так, 1800 это вот... Ну давайте попробуем, хотя на самом деле, по-моему, вообще вот ни разу, да? Да. Не-не-не-не-не, это была ошибка. 1800. Кого можем взять на 1800? Deathbringer. Tempest Leech. Это что такое вообще? Вот давайте попробуем два новых юнита. Нас убили? Неплохо. Хотя все начиналось довольно хорошо. Чокнутый механик? Да ладно, и тут нас убили. Я прям вижу, как вот этот чувак такой... Бах! Убивает. Так, ладно. Это какие-то абсолютнейшие новые юниты. Такого вообще ни разу не видел никогда. Ну, давай этого божественного арбитра, что ли. Вот сюда. И на 800 паладина.
А этого, его это валит. Все, да, вот так мы и выиграем. Только надо было взять его под контроль. Хотя, возможно, возможно бы он и сам справился на самом деле. 1500. 1500. Ну, давайте попробуем. Я не знаю, что там за слоном. Может быть, он кого-то заслонил. А? Шутки за 300. Стреляйте! Да. А, слон был один. Хорошо. Не, ну, в принципе, ничего. Если никто дальше не появится, то ничего. Можно Айс Арчера взять, кстати. Я ими чуть ни разу не играл, я не знаю, как это все работает. Стрелки же, вроде стрелки. Чё-то на самом деле не очень вообще пошло. Так, давайте мне, наверное... А чё за хрономансер, кстати? Один. Стоящий всей армии. Нет, да-да-да-да-да, он крут, но он не настолько крут. Ладно, я тогда предлагаю чардж слона, просто чтобы смять все, что там сейчас будет, и 1300... Может, кстати, этих ребят. Балун Арчер, что, блин? Что за Балун Арчер, я не понял. Чардж! Он их уносит просто, серьезно! Они падают с большой высоты. Нет! Блин, это весело, но я проиграл. Подождите, 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 ребят. Это... Балун Арчер. Чё? На чувака три шарика нужно, и они его не поднимают, серьезно? Блин, косарей не поднимает, они слишком тяжелые твари. А что это, стрела просто в землю воткнулась? Нет, это весело, но нужно не на этих ребятах такое веселье тестить. Мушкетеры? Блин, у меня там трое просто упали. Ох, неплохо! Блин, перезарядка 3 года, да? Они ворону ваншотнули. Эти сдохли просто, жаль. Блин, это могло сейчас сработать, подождите. Только вот этих вот ребят нужно... вот сюда.
И одним вообще в сторонку. Я что, ворону завалил? Неплохо, попадание. Все, есть, мы затащили. Чуть-чуть правильно. Классные ребята. Копейщиков, как всегда, колбасит просто по полной. Так, не, ну, тут вроде как ясен пень, что мы делаем, да? Пенечка, мамонт, блин, мамонт, 2200, черт. Не, ну это глупо, но попробуем. Блин, мне не дали мамонт, это прям обидно. Кудю! Кудю! Кидайте! Не, ясно. Если бы они побыстрее перезаряжались, была бы тема. Чифтаны тоже нет. Нужно что-то массовое. Погодите, у меня есть 2000. Сколько Зевс там стоил? Где он был вообще? А, нет, он у меня открыт. Он как раз вот 2000 и стоит. Давай ты падать, пожалуйста, не будешь, встань! Там люди идут! Да! Его заглючило, вообще хорошо. Нет, не здесь. Здесь. И вот так вот, все. Идите сюда. Цыпа-цыпа. Блин, они сюда тоже могут зайти. Я что-то выбрал крышу, на которую можно зайти. Мне нужна крыша, на которую нельзя зайти. Ну, допустим. Попробую подойти. Все. Да, было неплохо. Вы кто? Ой, блин, это все плохо. Это все прям не очень. О-хо-хо, да-да-да-да-да. Ой-ё! Ну всё. Неплохо, Минотавр у нас в размен пошел, и этих ребят накостыляли. Чифтаны. Чифтаны у нас... Пардон, ребят, голос. Чифтаны у нас вроде не кидаются, поэтому можем сделать вот так и вот так. И у чифтана много жизней. Ну да. Вы пещерные люди. Кто вы без бога?
Кто там остался? Кто там? А, на полу кто-то валялся живой, фига себе. Ладно, ребятушки, тогда, я думаю, на этом моменте будем потихонечку заканчивать. Спасибо, что были с нами. Увидимся в следующей серии. Всем удачи, добра, бобра, всем ладушек и всем пакета.